Всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня буду немножечко щуриться, потому что сижу прямо напротив окна. И несмотря на то, что нет солнца, почему-то сегодня очень-очень ярко. И мои глаза просто еще не привыкли к такой яркости. Поэтому прошу прощения заранее. Но, впрочем, сегодня не о моих глазах, как вы понимаете, а об огромном количестве косметики бренда Muldrim. Это довольно молодой корейский бренд, выпустивший на данный момент целых 19 продуктов. Все они стоят за моей спиной. Очень хочу это видео сделать в таком формате, скажем, мини-гид, помощник при покупке. Поэтому я не буду долго останавливаться на составах каждого средства. Ну и, как вы понимаете, это абсолютно невозможно, иначе видео будет длиться много-много часов. Но я обязательно покажу, как это средство наносится на лицо, и краткое описание, и, конечно же, свои впечатления. Компания Muldrim, бренд молодой, в 2019 году появилась первая линейка косметических средств. Тогда она насчитывала 6 продуктов, а уже в 2020 запущены 4 новые линейки продуктов. Все косметические средства Muldrim не содержат спирт и вредных компонентов. Они направлены на эффективное увлажнение, питание, успокаивающий эффект и восстановление поврежденной кожи вследствие воздействия ультрафиолета. Ну и также укрепляет кожный иммунитет. Косметика Muldrim содержит значительное количество натуральных экстрактов, которые обеспечивают бережный уход чувствительной кожи. Косметика Muldrim – это не просто уход, это лечение кожи. И позже вы поймете, почему именно так. Косметика является 100% гипоаллергенной. Вся продукция Muldrim имеет нулевой индекс раздражения кожи. В процессе видео я буду еще неоднократно давать какие-то описания. Ну а мы с вами, пожалуй, начнем. На данный момент у бренда Muldrim существует 5 ампульных сывороток, 2 лосьона, 3 сывороточных тонера, 3 крема для лица, 5 видов тканевых масок и 1 мист. И начнем мы с вами с ампульных сывороток. Буквально также пару слов об упаковке. Картонная коробочка вполне хорошего качества. А вот сами флакончики, я один раз об этом скажу, мы больше не будем к этому возвращаться, они вроде бы простые, но они сделаны настолько качественно. Здесь великолепнейшие дозаторы, которые способны дозировать до мельчайшей-мельчайшей капельки продукт. То есть, если вам не нужно то количество, которое выдавливает дозатор при целом нажатии, вы можете нажать на него совсем чуть-чуть и получите буквально чуть-чуть-чуть-чуть. Если вы, например, хотите то или иное средство нанести куда-то на какие-то воспаления или шелушения и не хотите выдавливать полную дозу. Здесь прекраснейший дозатор, очень хороший плотный пластик, а вот эта вот защелка, я иногда, знаете, беру упаковку вот эту вот, и вот просто сижу, и вот так вот щелкаю. Меня просто почему-то завораживает этот звук. Очень толстое матовое стекло. И в целом, когда смотришь на вот эту упаковку, на вот эти флакончики, создается ощущение, что это очень достойные и хорошие продукты. В общем, с упаковкой все, как я люблю. Такой минимализм, но при этом очень достойное качество выполнения. Ну и так, мы с вами переходим к первой ампульной сыворотке с кислотами. Это ампульная сыворотка против несовершенств кожи. Она предназначена для чувствительной кожи. У нее абсолютно безопасный состав. Она состоит на более чем 90% из натуральных ингредиентов. Мягко отшелушивает мертвые частички кожи, стимулирует обновление эпидермиса, успокаивает, увлажняет кожу, укрепляет защитный кожный барьер, разглаживает морщинки, подтягивает кожу, улучшает цвет лица и выравнивает тон. Не содержит вредных химических консервантов. Является гипоаллергенным продуктом, и объем данного средства 50 мл. Как я уже сказала, ампульных сывороток у бренда на данный момент 5. Они все имеют разные цвета, но в составе нет красителей. И эта разница цветов самих сывороток обусловлена тем, что в ее составе есть натуральные вещества, которые, собственно, и окрашивают эти сыворотки. Также бренд предупреждает о том, что со временем цвет сыворотки может меняться, но это никак не сказывается на ее свойствах. Сыворотка представляет из себя гель такой средней плотности. На коже ощущается как плотный слой. Более того, сразу после нанесения, еще, наверное, в течение где-то минута-полторы, есть ощущение липкого слоя. Причем слой липкий довольно плотный. Самое интересное то, что когда вот первую, наверное, неделю только-только начала тестировать вот эти вот сыворотки, они мне действительно казались липковатыми до того, как они впитаются. Потом то ли кожа начала привыкать, я не знаю, что произошло, мне очень сложно сказать, но
этой липкости я уже не ощущаю. Эту косметику я тестировала очень много недель. Никаких нежелательных последствий в виде прыщей, покраснений, раздражений эта сыворотка, как, впрочем, и все последующие у меня, не вызвала. Имеет приятный такой легкий аромат, который, впрочем, на коже задерживается ненадолго. И увлажнение данной сыворотки достаточно для того, чтобы не наносить последующий уход такой, как крем. Впрочем, давайте, кстати, остановлюсь на этом поподробнее. Косметика разработана таким образом, что каждый может подобрать для себя уход. Какая бы кожа у вас ни была, суперчувствительная, сухая, жирная, комбинированная. Если вы хотите избавиться от веснушек или пигментных пятен, у бренда Muldrim есть косметика для любого случая. Я не хочу в этом видео разбирать косметику именно на какие-то такие группы, которые подойдет той или иной кожи. Почему? Потому что на сайте Korean World под каждым продуктом есть прям список. То есть, если вы знаете тип своей кожи, вы прям открываете на сайте Korean World любой продукт. В описании под любым продуктом будет типы кожи чувствительный. И для чувствительной кожи подходит вот такой комплекс. То есть, сыворотка, крем, мист, какая-то маска. Нет смысла на этом останавливаться, тем более не каждый продукт в этих линейках имеет, скажем так, пару. Поэтому в этом видео я решила разделить все-таки косметику не по типу кожи, а именно по названию. То есть ампульные сыворотки, маски, кремы и так далее. Соответственно, если вы хотите выбрать комплекс, не будет никакой проблемы в этом. Но даже если вы не собираетесь покупать полный комплекс, чуть позже я об этом обязательно расскажу. Здесь есть средства, которые полностью заменят и крем, и сыворотку, и вы останетесь очень-очень довольны. Это просто моя косметическая любовь. Впрочем, об этом позже. А мы с вами переходим к следующей ампульной сыворотке. А следующая сыворотка у нас с вами выглядит вот таким вот образом. Как вы видите, вот это то, о чем я говорила, она уже имеет такой нежно-нежно голубой оттенок. По консистенции она чуть более плотная, чем предыдущая сыворотка. Это, видите, такая она переливается в баночке, то это уже больше похоже такой на густой гель. Ну, во-первых, эта сыворотка предназначена уже для чувствительной, сухой и обезвоженной кожи. Также имеет безопасный состав, веганскую формулу. Она успокаивает раздражение, интенсивно гидрирует и увлажняет кожу, образует влагоудерживающую дышащую пленку на коже, не содержит вредных химических консервантов. Также является гипоаллергенной и, как я уже сказала, имеет гелевую текстуру, снижает стресс кожи. Объем здесь 55 миллилитров, имеет другой аромат, но все так же достаточно ненавязчивый и аромат, который на коже долго не задерживается. Прекрасно распределяется по коже, отлично ее увлажняет. И именно после этих ампульных сывороток, я говорю сейчас о всей коллекции ампульных сывороток, такой эффект не просто увлажнения, такое ощущение, что кожа становится очень-очень подтянутой, упругой. То есть она даже на ощупь до нее дотрагиваешься, а она как будто пружинит. Это потрясающий эффект, и кожа действительно выглядит такой отдохнувшей. В этой сыворотке с липкостью дела обстоят ровно так же, как и в предыдущей. То есть после нанесения, где-то минуту-полторы, липкий слой ощущается достаточно сильно. Для меня нет необходимости после этой сыворотки наносить даже крем, потому что увлажнение ее вполне достаточно даже для сухой кожи. А с вами переходим к следующей ампульной сыворотке. Она на этот раз такого приятного зеленого оттенка. Она тоже довольно густая, то есть при повороте баночки она по ней не стекает. Но от тепла кожи она как будто немного тает. Это веганская успокаивающая ампульная сыворотка для лица, предназначена для чувствительной, смешанной, жирной и проблемной кожи. Все так же веганская формула и безопасный состав. Она успокаивает, гидрирует и увлажняет кожу, укрепляет защитный кожный барьер, не содержит вредных химических консервантов, является гипоаллергенной, предотвращает появление сыпи, имеет гелевую структуру и снижает стресс кожи. По поводу впитываемости этой сыворотки здесь, в принципе, ничего нового. Все та же липкость на протяжении минуты-полторы. Все так же прекрасно наносится. Эти ампульные сыворотки, кстати, достаточно экономичные. То есть одного полного нажатия на дозатор хватает для того, чтобы покрыть кожу всего лица. В составе данной сыворотки
Экстракт спирулины эффективно восстанавливает минеральный баланс и питает кожу микро- и макроэлементами, повышая ее эластичность. Смотрите, как красиво они выглядят. Они реально, когда их вместе ставишь, и из-за вот разницы вот в этих оттенках, они выглядят, знаете, конфетки такие вот в детстве были, прозрачные такие, разноцветные. Очень классно, мне так нравится на них смотреть. Очень классно выглядит. Но мы с вами переходим к четвертой сыворотке. Она, как вы видите, желтенького цвета. И сама сыворотка тоже такого едва уловимого желтого оттенка. Кстати, именно эта сыворотка мне подошла наиболее. То есть быстрее всех я увидела эффект на своей коже. А в чем он заключался, я расскажу вам чуть позже. Это веганская осветляющая ампульная сыворотка для лица. Она подходит для чувствительной, пигментированной и сухой кожи. Осветляет, избавляет от постакне, веснушек и пигментных пять. Наполняет жизненной энергией клетки кожи, безопасный гипоаллергенный состав. Эта сыворотка успокаивает, увлажняет, укрепляет защитный кожный барьер, также не содержит вредных химических консервантов, имеет гелевую структуру. Объем данной сыворотки 55 мл, она тоже достаточно густая, чем она мне понравилась. В принципе, эффект от всей той косметики, которую я вам сегодня покажу, он не мгновенный. То есть 2-3 дня вы попользовались, и эффект, скорее всего, на моем, опять-таки, опыте, все мы разные, не увидите. То есть мне понадобилось как минимум 2 недели такого полноценного, постоянного ухода, тестирования данной косметики. И потом я, очевидно, увидела, что моя кожа достаточно сильно меняется в лучшую сторону. Вот этой сывороткой я пользовалась больше всего по времени, потому что, конечно же, среди этого многообразия есть косметика, которая в целом по типу кожи мне не подходит, и те проблемы, которые она решает, у меня в целом таких проблем нету, поэтому ее я смогу оценить только исключительно по текстуре, по тому, как она наносится, липкая, не липкая и так далее. Однако то, что мне подходит по типу кожи, об этом я могу рассказать уже более подробно. Например, в данном случае вот эта вот осветляющая ампульная сыворотка. Она начинает работать спустя где-то недели полторы, по крайней мере, на своей коже я заметила именно такой срок. Она начинает не то чтобы осветлять, а выравнивать тон. То есть, если есть какие-то небольшие пятнышки от каких-то заживших прыщиков, а у меня они есть, и более того, если сейчас у меня вскакивает какой-то прыщик, то вот это пятнышко от него заживает очень долго, потому что мне уже далеко не 20 лет, когда там какое-то сумасшедшее обновление кожи, сейчас все гораздо более печально. Тон кожи действительно выравнивается. У меня вот на этих участках есть такие небольшие покраснения временами, особенно если на улице холодно. То есть просто спустя какое-то время ты подходишь к зеркалу с утра и обнаруживаешь, что твоя кожа просто более красивая и более выровненная по тону. Мне она очень понравилась. Если бы у меня ее не было, я бы купила из всей линейки ампульных сывороток для лица, купила именно эту осветляющую. Ну и последняя ампульная сыворотка, о которой мы сегодня с вами поговорим, она вот такая вот прозрачная, имеет такую бело-розовую коробочку. Это веганская очищающая ампульная сыворотка для лица с кислотами, 55 мл здесь, для чувствительной, смешанной, жирной, проблемной кожи. Веганская формула и безопасный состав, я уже говорила об этом неоднократно, успокаивает, гидрирует и увлажняет кожу также, укрепляет защитный кожный барьер, гипоаллергенно, предотвращает появление сыпи и имеет гелевую структуру. Эта сыворотка была разработана специально для ухода за проблемной комбинированной кожей, склонной к различного рода высыпаниям. Основные действия сыворотки – это уход за порами, эффективное очищение, сужение пор и стимулирование клеточного обновления. Кислоты в составе сокращают мелкие морщинки, предупреждают появление новых и удаляют ороговевшие частички кожи. Также за минуту-полторы впитывается, также прекрасно увлажняет и, в принципе, не требует последующего использования крема, хотя если вы используете все-таки крем, то она усиливает его действие. А мы с вами переходим к следующим трем средствам. Это сывороточные тонеры. И это как раз-таки те средства, которые, опять-таки, на своем исключительном опыте я бы не рекомендовала покупать по отдельности. То есть, что это значит? Увлажнения данных средств недостаточно для того, чтобы, например, очень сухая кожа почувствовала, что она увлажненная и стала не стянутой. Об этом чуть позже. Ну и давайте по порядку. Первый сывороточный тонер. Выглядит он вот таким образом, имеет все так же очень плотное, качественное матовое стекло и прекраснейший дозатор.
который дозирует так, как нужно вам, а не просто одно нажатие, и там средства столько, что порой бывает переизбыток. В общем, с упаковкой все так же прекрасно. Концентрированный сывороточный тонер. Это тонер для чувствительной кожи. Безопасный состав, более чем на 90% состоит из натуральных компонентов. Успокаивает и увлажняет кожу, укрепляет защитный кожный барьер, разглаживает морщинки, подтягивает кожу, не содержит вредных химических консервантов. Продукт является гипоаллергенным. Стоимость данного тонера в районе 1900 рублей, но если пересчитать на количество, объем продукта, то получается на самом деле не так уж и дорого. Здесь целых 110 мл, я повторюсь. Консистенция данного тонера достаточно жидкая, больше похожа на такой крем-гель, как вы видите в баночке. Он из стороны в сторону перетекает, достаточно совсем чуть-чуть для того, чтобы нанести на кожу всего лица. И тут хочется как раз-таки вернуться к тому, о чем мы с вами чуть ранее говорили. Если у вас супер сухая кожа, то увлажнение данного тонера будет, скорее всего, недостаточно. Потому что после того, как этот тонер полностью впитывается, ощущение такое, что на лице вообще ничего нету и не было, что кожа абсолютно чистая, и на ней не чувствуется вообще никакой слой. Через некоторое время очень хочется либо обновить данный тонер на своем лице, либо нанести какой-нибудь увлажняющий или питательный крем. Это что касается сухой кожи. То есть данное средство я бы все-таки, наверное, советовала покупать в комплексе, а не в том случае, если вы хотите купить только одно средство, чтобы оно заменило вам полностью уход и было, в общем-то, полноценным уходом на каждый день. Об этом тоже будет, но чуть позже. И мы с вами переходим к следующему тонеру. Интенсивный веганский сывороточный тонер, имеющий также 110 мл объема. Прекрасные вот эти вот. Я еще раз, с вашего позволения, прям мне так нравится. Они так как-то защелкиваются очень плотно. В общем, одно удовольствие. Данный веганский интенсивный сывороточный тонер предназначен для чувствительной, склонной к покраснениям и проблемной кожи. Безопасный веганский состав успокаивает и увлажняет кожу, укрепляет защитный кожный барьер, контролирует баланс масла и влаги в коже, содержит керамиды и органическое подсолнечное масло. И не содержит вредных химических консервантов. Продукт является гипоаллергенным. Более густая консистенция, чем у предыдущего. То есть средство по бутылочке уже так просто не растекается. Но все равно средство легкое, впитывается быстро. Липкий слой остается буквально 20-30 секунд после нанесения. А после этого полностью впитывается. И хочется нанести его либо повторно, либо нанести какой-нибудь увлажняющий крем. Но это только что касается сухой кожи. А вот следующий тонер. Предназначен он для чувствительной, жирной, комбинированной кожи, а также для проблемной. Сывороточный тонер имеет безопасный веганский состав. Как я уже сказала, подходит для чувствительной, жирной, комбинированной, проблемной кожи, успокаивает, увлажняет ее, укрепляет защитный кожный барьер, регулирует выработку себума, контролирует баланс масла и влаги в коже, не содержит вредных химических веществ. Здесь консистенция похожа на гелеобразную. Я боюсь утверждать, но мне так показалось. Если предыдущие два тонера предназначены для чувствительной, сухой кожи, скорее всего, будет недостаточно увлажнения, то для жирной кожи это может быть прям находкой. Потому что мне кажется, что обладательницы жирной кожи всегда стараются найти средства максимально легкие, максимально быстро впитывающиеся, чтобы не добавить ощущение вот этого дискомфорта от тяжести кремов, от каких-то слоев. Вот в данном случае, мне кажется, можно попробовать вот это средство, потому что оно действительно не ощущается на коже тяжелым, при этом, конечно же, неплохо увлажняет. Мы переходим с вами к следующему. Это сывороточный мист. Это средство оставило настолько неизгладимое впечатление, что это прям моя огромная-огромная любовь. Это средство, которое я могу вот рекомендовать
Да практически всем. Давайте расскажу поподробнее, что же это такое. Веганский сывороточный мист объемом 100 мл для чувствительной проблемной кожи. Оказывает успокаивающий эффект, нормализует выделение кожного сала, снижает чувствительность кожи, безопасный гипоаллергенный состав, веганская формула, укрепляет защитный кожный барьер, не содержит вредных химических консервантов. Это мист на основе сыворотки, нормализует водно-жировой баланс, контроль секреции себума, избавляет от черных точек, и этот сывороточный мист на базе растительных компонентов. Этот мист предназначен для чувствительной и проблемной кожи, но теперь мы забываем все то, о чем я сказала. И я хочу с вами поделиться именно вот, знаете, своими впечатлениями, откуда же взялась такая неподдельная любовь. Во-первых, такое ощущение, что это очень-очень жидкий крем, помещенный в тубу с пульверизатором. Почему так? Потому что только это средство, даже после умывания, даже если у вас очень сухая кожа, способен кожу увлажнить до такой степени, что ни ощущение стянутости, ни желание нанести какой-то крем больше в принципе не возникает. Более того, на этот мист прекрасно наносится макияж после того, как этот мист впитывается в кожу. Этот мист можно использовать в течение дня прям поверх макияжа. Производитель утверждает, что тогда макияж становится более стойким. Таким образом, я не тестировала, потому что... Да и мне сложно будет протестировать, потому что макияж на моей коже без любых средств держится хорошо. Если кожа под макияжем ощущается очень сухой, хочется какого-то увлажнения, а уже все. Увлажняющий крем не нанести поверх тонального и поверх пудры. Вот тогда выручает этот мист. Он увлажняет. Макияж после его нанесения, распыления вернее, не течет, никак не деформируется и не изменяется. При этом для кожи это такой, знаете, прям вот глоток воздуха, свежий глоток воздуха. Он освежает, увлажняет. Мне кажется, подойдет прекрасно и на холодное время года, и в какие-то межсезонья, когда ветра, когда кожа особо чувствительная и кое-где даже бывает шелушится. Мне кажется, это абсолютно универсальное увлажняющее средство, которое подойдет идеально сухой коже и жирной тоже, потому что здесь не такой слой, чтобы перегрузить жирную кожу. Очень советую, цена чуть более чем 700 рублей. Дополнительное описание каждого продукта, состав, комплексы, что с чем можно или хорошо бы было сочетать, есть на сайте Karen Word. Я обязательно оставлю ссылку на этот сайт, на каждый продукт и также данную линейку косметики можно купить на Wildberries. Совсем недавно интернет-магазин Karen Word появился на Wildberries, и там магазин называется Brand K. Хотелось бы теперь поговорить с вами о кремах для лица. Их в линейке 3. Разработаны для разных проблем с кожей, для разных типов кожи. Сейчас мы остановимся на этом чуть подробнее. Таким образом выглядит баночка, плотное матовое стекло. Здесь есть защитная такая крышечка, которую я сняла, потому что у меня постоянно вылетает, мне неудобно. Вот таким образом выглядит крем. В моих руках сейчас увлажняющий крем для лица, он предназначен для чувствительной кожи. Более чем на 90% состоит из натуральных компонентов. Успокаивает, увлажняет, укрепляет защитный кожный барьер, разглаживает морщинки, подтягивает кожу, смягчает ее и способствует ровному нанесению макияжа. Не содержит вредных химических консервантов, является гипоаллергенным продуктом. Когда я впервые открыла баночку и взяла немного крема по консистенции, это такая, знаете, гелево-кремовая текстура, мне показалось, что этот крем будет очень легким и не способным хорошо увлажнить. Я ошиблась. Это такой, знаете, визуальный обман, потому что когда эту якобы легкую текстуру наносишь на кожу, ощущаешь прям слой, прям, знаете, такое питание, я бы сказала. Данный крем предназначен для чувствительной кожи. На мой взгляд, также прекрасно подойдет для сухой кожи. Прям вот если у вас очень сухая кожа, вот это увлажнение будет вот прям 100% достаточно. Крем впитывается долго. Это, конечно, не полчаса, но за минуту он полностью не впитывается. Вот эти кремы, как, впрочем, и следующие, лично я наношу на кожу шеи. Эффект
просто невероятный. Кожа на шее становится настолько бархатной, настолько увлажненной, до нее дотрагиваешься, она прям... такое ощущение, что она становится более плотной. Очень приятное ощущение. На коже лица то же самое, но единственное, что могу сказать, я наносила либо совсем чуть-чуть, либо предпочитала обходиться другими средствами, потому что для меня слой плотноватый. Если у вас супер сушеная кожа, обратите внимание на эти кремы. Может для вас быть просто спасением и находкой. Следующий крем — это освежающий веганский крем. В принципе, по баночке тут ничего нового, все кремы выглядят одинаково. Данный освежающий крем подходит для чувствительной, жирной, комбинированной и проблемной кожи. Безопасный веганский состав успокаивает и увлажняет кожу, оказывает антибактериальный эффект. Укрепляет защитный кожный барьер, регулирует выработку себума, заботится о состоянии пор и уменьшает количество черных точек, контролирует баланс жира и влаги в коже, не содержит вредных химических консервантов. Как вы уже поняли, данный крем предназначен для жирной кожи. Консистенция крема подобна предыдущему, и он тоже выглядит достаточно легким, но на коже ощущается. Не знаю, насколько это будет комфортно для жирной кожи. Я бы, наверное, наносила этот крем все-таки на ночь. То есть, он, знаете, он как больше такая увлажняющая маска. Вот на мой взгляд, вот по моему ощущению, вот, кстати, вот эта вот крышечка, которая в предыдущем креме вам не показала, вот таким образом она выглядит, защитный такой вот дополнительный слой. Он способен, на самом деле, заменить абсолютно весь уход. Аромат у крема такой, знаете, напоминает что-то типа запах чая, вот что-то такое. То есть достаточно легкий, приятный, освежающий, но при этом он ощущается. Я считаю, что эти кремы просто созданы для того, чтобы наносить на кожу шеи. Я ими на самом деле так и пользовалась большую часть времени. Кожа на шее просто какая-то невероятная, невероятная. Я бы даже, вот знаете, купила этот крем не для того, чтобы наносить на кожу лица, для шеи. Вообще шикарно. И последний крем, о котором мы сегодня поговорим с вами. Не последний продукт, но последний крем. Здесь, кстати, смотрите, в комплекте вот такая вот лопаточка. Наверное, ей стоит пользоваться. Я, честно говоря, все время забываю, поэтому у меня... по старинке. Веганский интенсивный крем для лица, для чувствительной и очень сухой кожи. Безопасный гипоаллергенный состав. Веганская формула укрепляет защитный кожный барьер, успокаивает, гидрирует, увлажняет кожу, контролирует водно-жировой баланс, смягчает кожу и выравнивает тон, не оставляет тяжелого ощущения на коже, не содержит вредных химических консервантов. А тут как бы да, если у вас супер, еще раз супер сухая кожа, то я вам советую этот крем. Это, знаете, для тех, кто пользуется увлажняющим кремом, а потом через 2-3 минуты понимает, что у него кожа все равно стянута, и он наносит повторный еще слой, а через некоторое время еще слой. Это для вас, потому что тут прям увлажнение шикарное. По ощущениям, как будто кожа прям не увлажненная, а напитанная. Именно, знаете, такой питательный эффект. Вот все-таки лишний раз, знаете, поражаюсь, насколько визуально может быть обманчива вот эта вот текстура. Она прям, знаете, такая больше гелево-кремовая даже, нежели чем крем, но при нанесении, особенно, кстати, я всегда тестирую в первую очередь на руках, у меня кожа на руках мега сухая, я прям наношу вот в эти свои трещинки, складочки на руках, наношу, крем впитывается, и руки становятся, ну, конечно, не как у младенца, но прям, конечно, разительная разница, если сравнить с кожей, где крем не нанесен. Переходим с вами к моей безусловной любви, к тем двум средствам, которые я полюбила настолько, что, знаете, когда я ими начала пользоваться, мне даже не хотелось переходить к тестированию другим средств. То есть я прям, знаете, скрипя сердцем, отрывала вот этот вот флакончик, потому что хотелось пользоваться вот исключительно им. Это шикарное средство. Это увлажняющий лосьон для истощенной кожи. На самом деле, хоть и называется лосьон, больше, впрочем, об этом чуть позже. Этот увлажняющий лосьон для чувствительной кожи более чем на 90% состоит из натуральных компонентов, успокаивает, увлажняет кожу, укрепляет защитный кожный барьер, разглаживает морщины, подтягивает кожу, не содержит вредных химических консервантов. Чем понравился? Увлажнит даже сухую кожу.
Одного средства достаточно для того, чтобы в принципе больше ни о чем не думать и не подбирать какие-то другие средства, какие-то тонеры, лосьоны, кремы. Купил вот эту вот баночку, и в принципе вот он и весь полноценный уход. А, консистенция легкая, кремовая. Сейчас я вам покажу вот так вот. Легкая, кремовая консистенция. То есть, по сути, в этой баночке с дозатором легкий, при этом шикарно увлажняющий крем. Не оставляет ощущения какого-то слоя. Он полностью впитывается, но после того, как он полностью впитывается, нету ощущения, что хочется этого средства через 5-10 минут добавить еще или воспользоваться каким-нибудь увлажняющим кремом. То есть это, знаете, такой баланс на грани гениальности. То, что надо в плане текстуры, то, что надо в плане увлажнения, то, что нужно в плане удобства, здесь огромный объем, 110 мл, экономичный расход. То есть представьте, что у вас 110 мл классического крема, который вы будете расходовать очень-очень долго. И еще один веганский универсальный лосьон, который, в принципе, тоже похож больше на такой средней консистенции крем. И если первый увлажняющий лосьон у нас был с вами для чувствительной кожи, то данный для чувствительной и очень сухой кожи. Оказывает успокаивающий эффект, увлажняет, восстанавливает упругость и эластичность кожи. Снимает покраснение, раздражение, безопасный гипоаллергенный состав, веганская формула, укрепляет защитный кожный барьер, не содержит вредных химических консервантов. Лосьон молочко. Мне кажется, это, знаете, больше такое молочко-крем. Ну вот, по крайней мере, по консистенции. Смотрите, очень интересная текстура. Наносишь, такое ощущение крем. И под воздействием тепла рук в данном случае этот лосьон начинает таять и превращаться в такое, знаете, гелеподобную водичку. Становится полностью прозрачным. Очень хорошо распределяется по коже. Смотрите, я выдавила совсем немного, мне хватило не то, что на всю руку. Я, в принципе, могу сделать даже вот так, и этого количества будет достаточно. И увлажнение даже для самой сухой кожи лица. Честно говоря, не знаю, какой мне понравился больше. Они по текстуре и по своим ухаживающим и увлажняющим свойствам очень-очень похожи. Ни одно из средств не оставляет жирности, липкости на коже. Очень комфортно, прекрасно кожа выглядит. И вы ощущаете какую-то чистоту и увлажненность. Вот эти средства я бы назвала вот чистота и увлажненность. Поэтому... А мы с вами переходим к следующему, последнему на это видео. Это 5 видов масок. И чтобы я не повторялась и не говорила одно и то же, скажу, что у всех масок одинаковое лекало. В принципе, маски достаточно плотно прилегают к лицу. В них во всех очень-очень много сыворотки, которой хватит не только на лицо, но и нанести на руки, куда-то на шею или просто потом перелить в баночку и пользоваться как какой-то сывороткой на какие-то, может быть, шелушения, покраснения. Эти маски не вызывают раздражения, не вызывают ощущение жжения, не вызывают аллергических реакций. Единственное, я буду чуть позже вам показывать все эти маски на своем лице. Для меня лекало не вполне подходящее, в плане того, что все-таки совсем вот максимально близко к коже они у меня не прилегают, но это не единственные маски, которые не подходят мне по лекалу. У меня со всеми масками такая история. Я почему-то их никак не могу вот в это место приклеить так, чтобы оно прям вот полноценно прилегало. Поэтому я уже давным-давно не заморачиваюсь, просто наклеиваю эту листовую маску и, собственно, так и держу 10-20 минут, после чего снимаю. После того, как снимаешь эту маску, сыворотки на лице остается еще достаточно много. Нужно или подождать, пока она полностью впитается, либо просто промокнуть салфеткой, полотенцем, что, собственно, я всегда и делала, потому что сыворотки остается много, и ждать, пока она впитается полностью, ну, зачем? За 20 минут впиталось значительное количество. Этого увлажнения достаточно. После этих масок не требуется нанесение каких-то дополнительных средств в течение дня. Кожа потом очень-очень плотная и увлажненная. После этих масок можно вполне наносить, допустим, если использовать их с утра, вполне наносить косметику, тональные основы, пудры, и кожа не будет ощущаться сухой. Начнем с набора универсальных тканевых масок. Кстати,
кстати, можно купить как набор, состоящий из 10 масок, так, в общем-то, и поштучно, если вы хотите просто попробовать. Итак, веганская тканевая маска. У меня в данном случае набор из 10 штук. Она подходит для чувствительной и сухой кожи. Безопасный состав, веганская формула успокаивает, гидрирует и увлажняет кожу. Удаляет омертвевшие клетки кожи и обновляет ее, заботится о кожном барьере. И у нее антивозрастной эффект. 25 мл в составе данной маски. В принципе, сказать больше нечего. Она действительно прекрасно увлажняет, ощущение очень комфортное, никаких покраснений, раздражений. И этого увлажнения достаточно на весь день. Следующая маска у меня в данном случае также набор, комплект из 10 масок. Также маску можно купить и поштучно. Это успокаивающая тканевая маска, которая подходит для чувствительной кожи. Имеет безопасный состав и более чем на 90% состоит из натуральных компонентов. Успокаивает, увлажняет кожу, укрепляет защитный кожный барьер, разглаживает морщинки, подтягивает кожу, смягчает кожу, способствует ее ровному нанесению макияжа. Не содержит вредных химических консервантов, гипоаллергенный продукт, обеспечивает ровный и стойкий макияж. Да, после этих масок действительно прекрасно наносится макияж, потому что кожа увлажненная, такая плотненькая. И если где-то были шелушения, да или в принципе сухая кожа, маски способны эти неприятности устранить. Следующие маски, также набор из 10 штук у меня, можно купить и поштучно. Это набор веганских укрепляющих тканевых масок с фитостволовыми клетками. Для чувствительной и возрастной кожи безопасный состав, веганская формула осветляет пигментацию, интенсивно гидрирует и увлажняет кожу, восстанавливает эластичность и упругость, образует защитный барьер, разглаживает морщинки и обеспечивает полное прилегание. В этой маске очень много состава, то есть пропитана сама маска составом, и этот состав похож на крем. Возможно, это только у меня так, но я же делюсь исключительно своими впечатлениями. Вот от этой маски ощущение, что кожа немножечко разогревается. То есть она не краснеет, она не щипит. Это не дискомфортное ощущение, но такое ощущение, что кожа как будто, вот знаете, разогретая. Такое ощущение, что ты до нее дотронешься, а она прям горячая. Мне это ощущение было очень приятно, не знаю, как вам, и я даже, честно говоря, не берусь судить, не знаю, будет ли у вас такое вот ощущение, впечатление от данной маски. Следующий набор, о котором мы с вами поговорим, это набор веганских успокаивающих масок. Эта маска контролирует водно-жировой баланс и выделение серума. Ухаживает за порами, успокаивает уставшую кожу, глубоко увлажняет и плотно прилегает. Маска не содержит минеральных и силиконовых масел, спирта, парабенов, имеет веганскую формулу. Она была разработана специально для ухода за проблемной чувствительной кожей, склонной к различного рода раздражениям. Всего за несколько недель маска уменьшает, контролирует выработку себума, тем самым сужая расширенные поры и избавляет от черных и белых точек. Она идеально подойдет для тех, у кого смешанная жирная проблема на коже, но также и для нормальной кожи она подойдет, ну, у кого, знаете, обезвоженная вот эта зона. Также для тех, у кого расширенные и заметные поры, чувствительная кожа к ветру, солнцу, жаре и холоду. И последний набор тканевых масок – это маски с гиалуроновой кислотой. Подходит для чувствительной, сухой и обезвоженной кожи. Веганская формула успокаивает раздражение, интенсивно гидрирует и увлажняет кожу, образует защитный барьер, повышает упругость кожи и обеспечивает полное прилегание. Объем данной маски также 25 мл. Маска является незаменимым помощником в том случае, когда кожа нуждается в экстренном увлажнении. Основные активные ингредиенты маски – это комплекс из разновидностей гиалуроновых кислот. Комплекс гиалуроновых кислот эффективно увлажняет кожу и удерживает влагу внутри клеток. Также подходит для сухой, очень сухой, огрубевшей кожи, нуждающейся в обильном увлажнении. Для чувствительной кожи, страдающей из-за резких перепадов температур. И также для чувствительной кожи с избыточным выделением кожного сала. Все ингредиенты в масках безопасны и не тестировались на животных. Ну вот, пожалуй, с обзора и все, подводя итог, скажу, что я под приятным впечатлением от данной продукции бренда Muldrim с огромным удовольствием буду продолжать пользоваться ей дальше, потому что
Я не знаю, я в восторге. Конечно, у меня есть средства, которые мне более подошли, есть средства, которые подошли менее. Соответственно, что-то более понравилось, что-то менее. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Спасибо за вашу поддержку в виде лайков и комментариев. Я надеюсь, что мы увидимся с вами в новых видео. На сегодня все. Пока.